Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. После вчерашней нашумевшей новости про уход Wargaming из России и Беларуси возникло много вопросов о дальнейшей судьбе кораблей, танков и самолетов. По поводу кораблей сегодня ситуация частично прояснилась, так как на портале World of Warships выложили обращение Лесты. Там вначале повторяется примерно то же, что было вчера в обращении Wargaming, а вот в третьем абзаце сказано: «Оперированием игры World of Warships на территории России и Беларуси будет заниматься компания Lesta Studio, независимо от компании Wargaming. Игровые серверы останутся доступными, аккаунты и имущество игроков, накопленное и приобретенное, останутся без изменений. Так что, по крайней мере, в ближайшее время мы точно сможем продолжать играть и, по сути, ничего не потеряем. А вот что будет дальше и как все это повлияет на развитие игры, сейчас сказать очень сложно. Что бы там кто ни предполагал и как бы ни намекал на свою некую близость к источникам разработки, на мой взгляд, только время, а это как минимум от нескольких месяцев до хотя бы полугода, постепенно покажет нам, в какую сторону все движется. Также в связи с объявлением Лесты возникает ряд вопросов. Ну, например, кто будет заниматься игрой на других серверах? Значит ли все это, что патчи теперь могут отличаться по содержанию на разных серверах? Не предусмотрена ли возможность перейти на другой сервер? И еще много-много разных вопросов, в том числе чисто технических. Часть из них я задал только что разработчикам, и ответ был следующий. Пока никаких новых ответов, кроме того, что вы могли прочитать. Так что как только что-то новое станет известно конкретно, сразу же вам сообщу. Подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.